Итак, ребят, вот этот домик, который я сейчас вам показывал, классный дом, показывал, но я больше снимал для своего друга. Сейчас мы с вами проедем, покажу, чем как бы особенность находится этой локации. Да, дорога здесь немножечко узенькая, я здесь с вами полностью согласен. Узкая, как, я не знаю, там, ну, ладно, не буду, плохие сравнения. Ну, здесь такая узкая дорога, нехорошая, там буквально 50 метров. Сейчас мы с вами попадаем на улицу, которая называется у нас та самая Урожайная. И особенность этой локации заключается в том, что с правой стороны у нас находится тот самый, находится у нас тот самый рынок, прекрасный рынок. Ну и, конечно же, здесь с левой стороны сотая школа, тоже большой и огромнейший плюс. Есть, конечно, варианты. Красавчик. Говорит, такая машина красивая, что я поставлю на родительном полосе, буду фотографировать. И вот здесь у нас, да, граница Абхазии начинается. Место бомбическое, место хорошее. С левой стороны сотая школа. В принципе, все, что нужно для жизни, здесь все имеется. Ну и вот сейчас мы попробуем проехать у нас в прекрасный центр Сочи. Потому что все, что нужно было отснять, я сегодня сделал. Я сегодня все отснял. Соответственно, здесь у нас есть жилой комплекс на Урожайной, есть летняя резиденция, есть жилой комплекс Фрукты. Все здесь безумно дорогу строят. Вот эта часть у нас, правая сторона, относится к Сириусу непосредственно. Левая — это еще Адлер. Пока. Ну, как бы в ближайшие 2 месяца. Но уже всем ясно, уже всех повестили, что эта вся часть, граница идет, будет по реке Мызымта. Соответственно, будет у нас до Краснополяна относиться именно к Сириусу. Что такое Сириус? Это не Сочи, это не Адлер, это не Краснодарский край, это прямое подчинение Москве, тебе на Е. Соответственно, все ожидают, что там, скорее всего, также будут повышенные стипендии, повышенная ставка будет. Может быть, будут и повышенные штрафы, в том числе, как в Москве есть, да, там, за неправильную парковку и так далее. В общем, все, наверное, с деньги, все будет вот в этой локации. Мы сейчас с вами находимся, это самая южная точка Российской Федерации. Дальше идет Абхазия. Ну и, конечно же, здесь дублер Ленина, комфортно по этой дороге передвигаться. Здесь, как обычно, пробок не бывает, но я сейчас вам покажу, где бывают пробки. Соответственно, здесь есть съезд на улицу Урожайная. Дорога новая, которую построили у нас непосредственно в Олимпиаду. Есть параллельная дорога, как раз Урожайная, по которой раньше все передвигались. Сейчас мы двигаемся с вами по территории Сириуса. До центра Сочи ехать 30 минут. Бывает, конечно, пробки, а приходится ехать дольше. Тут даже и спорить не буду. Это здесь у нас поворот на улице Каспийская, это Блинова. Особенность данной локации хороша тем, что здесь все-таки эта часть развивается. Можно перемещаться на любом автомобиле. Потому что, по большому счету, как бы здесь улицы, в принципе, довольно-таки широкие, за исключением некоторых там заездов, переулков. В целом все здесь хорошо, прекрасно, замечательно. Также, конечно, хотелось бы отметить, что рядышком аэропорт. Для многих это как бы очень важный плюс.
рядышком Красная Поляна, легко съехать. Ну и в целом, как бы, если каждый день не нужно ездить в прекрасный город Сочи, то я думаю, что здесь жить можно прям комфортно. И из минусов, конечно, в Адлерском районе больше у нас настоящих местных, прожженнейших местных. Соответственно, так как в Адлере очень мало объектов, которые построились на законных основаниях и были доступны по цене, здесь мало именно таких, как я, наприехав, которые наприезжали и на останавливались и остановились жить. Поэтому здесь часто можно встретить там всякие шестерочки, семерочки, эти всякие там это, мамкиных трахов, которые при каждом новом случае либо хотят, или утверждают, что они твою маму, ну, как бы, что все делали такое интересное. Ну, и вот я вижу, вот за 7 лет все-таки меняется в лучшую. Здесь, говорю, очень много у нас тех же самых приезжих сейчас, и вот, которые, соответственно, разбавляют этот колорит. Вот видите, у нас это табличка, что закончился Сириус. Но скоро табличку берут. То есть Сириус будет продолжаться. Почему Сириус переименовали, почему все это происходит, ответ очень прост. Потому что в Олимпиаду много было, конечно, потрачено денег, которые освоили с федерального бюджета, но еще больше было потрачено денег, которые частные компании, такие как Сбербанк, такие как, не знаю, там, Газпром. И, соответственно, сейчас настало время отдавать долги. Ну и по большому счету, как бы никто не спорит, что это, в принципе, у нас такой, получился такой дачный поселок, называли Сириус, одного влиятельного человека, который самый влиятельный человек у нас в мире. Как бы так. Но я думаю, что в этом поселке будет только развитие, но никак не там, не знаю, там еще что-нибудь. Недавно времени в Олимпийском парке проводились соревнования Формула-1, проходили кинотавры всевозможные, концерты. И вообще, если сейчас посмотреть, да, вот, где больше всего проводится всяких разных концертов, таких топов все, вы поймете, что в основном сейчас все это проводится как раз на территории того самого Сириуса, который уже есть и который будет. Потому что сейчас популярное место — это Роза Холл. Там проходит тоже в том числе много мероприятий. Соответственно, футбол, хоккей и так далее, как раз вот где это, да, куда много денег сливается, где много денег отжимается и так далее, тоже все у нас находится сейчас в Сириусе, да, как бы никому не секрет, да, как проходят соревнования, те же самые там КХЛ, ВХЛ и так далее, все это за все это деньги платят и так далее, то сейчас, конечно же, Сочи не получает должного дохода вот от всего этого, потому что сейчас, по сути, Сочи никакого отношения не имеет вот к этой территории. Но при этом все равно деньги, все остальное, дороги все равно еще умудряются делать, в том числе и за краевой бюджет. Вот как бы так. Такая классная штуковина, интересная. Я могу сказать, что это талантливые люди смогли это все сделать, чтобы деньги не давать, но при этом, чтобы деньги забирать. Это реально очень круто. Потому что даются деньги с Сириуса, а забираются в том числе из Краснодарского края. Прикольно же? Прикольно. Посмотрел я эти отчеты, был просто поражен. Здесь мы, если пойдем направо с вами, там пойдем на улицу Гастелло, блин, конченая улица, конченый район. Я даже перестал туда ездить. Раньше ездил на рыбалку на Чедиарское озеро. Сейчас там проехать что-то из категории фантастики, что-то из категории невозможного. Поэтому я могу сказать, что как бы из этих пробок дебильных, это из-за местного колорита, из-за этого, то, что ты едешь по промзоне, я сейчас перестал посещать Чедиарское озеро. Это дно. Ну, некоторые там умудряются себе покупать квартиры. Я им сочувствую, потому что этот Гастелло никогда в жизни не будет развитым районом, никогда в жизни не
будет ни к чему относиться, потому что там промзона. Промзона, с дорогами там тяжело. Попробовали сделать обход. Все получилось через одно место. Именно поэтому, например, если мы возьмем с вами село Бестужевка, оно очень сильно проигрывает по домам, по цене, ну, как бы и по обороту, например, очень сильно проигрывает, например, той же самой Черешни, Шиловки и так далее. Ну, потому что в Бестужевку просто нереально доехать. Очень неудобная транспортная логистика, неудобная транспортная локация. Конечно же, это люди, которые там покупают, чаще всего даже год не проживают и начинают перепродавать. Ну, потому что место днище. Ты можешь по одной улице Гастелло толкаться больше, чем на всех остальных улицах вместе взятых. Вот здесь, как таковой, пробки не бывает. Чего не скажешь про встречку. Вот как раз эта дорога, откуда вы выныриваете, да, типа обход. Да, чтобы по Гастелло не стоять. Но это все равно там дорога очень страшная, можно улететь. И там действительно очень часто все улетают. Всем привет, конкурс на 1 июня, День защиты, будем запускать? Привет всем. Нет, мы не будем запускать конкурс на 1 июня, потому что к нам побегут одни бездари, бездельники, попрошайки, тунеядцы и халявщики. Я не хочу. Придумайте что-нибудь интересное другое. Конкурс точно такой не хочу проводить. После этого конкурса больше негатива. То мы неправильно посчитали, то мы неправильно там выручили призы и тому подобное. Поэтому давайте вот что-нибудь придумывать. Я за, деньги есть, но точно не вот, точно не для такого. Потому что побегут бюджетники, которые кроме нытья ничего в жизни не знают. Я не хочу для них ничего проводить. Могу что-нибудь там, не знаю, там для талантливых детей, там это могу сделать. А просто так давать деньги, раздаривать подарки, не защитить детей, непонятно кому, я не готов. Да, прошу с меня ответить вот так. Да, пускай, может быть, это грубо. У меня просто есть девочка, Ольга, которая продвигает мне тот же самый мой Инстаграм. После таких конкурсов очень много негатива, чтобы там какие-то своим отдали призы, хотя мне по барабану, кто выиграет. Тому подобное. Хотел бы своим, вот пошел племянникам отдал, да и все. Поэтому ты делаешь, стараешься, тратишь свои личные деньги, получаешь негатив. Это проблема бюджетников. Бюджетников это раз, потому что спросили, ну, посмотрите, учителя, вы хоть раз в жизни видели хотя бы одного счастливого, нормального учителя, который просто бы занимался без детишками, там, не знаю, преподавал и так далее. Да они все жизнью обижены. Или воспитатели. Все жизнь обижены. Ну, кроме заведующих, который там продает места, там, да, там, вне очереди и так далее. Кроме учителей тоже тех самых, которые там берут там на индивидуальных занятиях, там, поднимают бешеные деньги, да. Кроме директоров. А вот простой, нормальный учитель, честный. Да, там реально с ними общаешься и прям в депрессию впадаешь. Еще больше, когда ты живешь в окружении таких же учителей. Это просто жесть, трэш просто. Просто нытье там некомфортно. Здесь, как вы видите, да, один из минусов Адлера, то, что вот со стороны Сочи, в сторону Адлера, всегда вот такая пробка. Бывает больше, бывает меньше, но всегда пробка. Единственный день, когда нет пробки в Адлер, это воскресенье. Поэтому есть определенный дискомфорт. Само собой, многие покупают именно дома в коттеджных поселках, потому что хотят быть уверены, что будут хорошие, нормальные, достойные соседи. Многие готовы пожертвовать локацией,
но взять именно КП, потому что, ну, чтобы было хотя бы вашему ребенку с кем пообщаться, или хотя бы вашей жене, чтобы были все примерно одинакового уровня, потому что никогда в жизни не сможет найти общий язык богатый с бедным. Это так, потому что разное мышление, разное мировоззрение. Потому что если мы берем с вами бюджетников, если мы берем с вами любого бедного человека, он считает, что ему вокруг все должны. Ему должно государство, ему должны те, ему должны эти. Минусы Адлера, да, чтобы сразу понимали. Они есть. Это хоста. Чтобы понимали, пробка от хоста. Пробка от хоста. И она увеличивается. Конечно, я ехал, пробка была меньше. Бедный человек считает, что ему все должны в этой жизни. Он красавчик, он молодец, что он родился. И ему все должно, потому что у него дед воевал, прадед и так далее. А богатые, они немножечко по-другому рассуждают. Они немножко по-другому. Они считают, чтобы что-то в этой жизни получить, надо что-то в жизни это давать. Если бедные являются потребителями, просто потребителями, то богатые являются, соответственно, они как и потребляют, так и дают. Да, потреблять. Скажи, как так? Ну, например, те же самые богатые дают места бедным, рабочие места, а не наоборот. Они бедные дают места рабочие богатым. Поэтому, конечно же, здесь очень тяжело. У каждого будет разное мышление, разное. Ты вот раньше не мог что-ли перестроиться на Audi? Ну, ё-моё! А, там девочка за рулем. Ты чё, блин, ехал до последнего в крайне левом ряду, потом через дверь это берет пристраивается. И вот шайтана манака. Вот так вот. Страшно, очень страшно туда передвигаться. Здесь, кстати, мы проезжали с вами, проехали в Хосту. Здесь направо у нас совхоз Приморский. Поощряем у нас для бедных и ничего не делаем для тех людей, которые уже чего-то, да? Даже вспомните, да, когда вы решаете, кого же послать на обучение в организации. Блин, этот продает. Этот, блин, молодец. Он молодец, у него так все хорошо было. А что его портить? А ну-ка, этот бездарь, ни хера ничего не делает, бездельник, кто не яиц. Давай-ка пошлем его на тренинг. Пусть его там научат. Я могу сказать, 90% случаев ему ничего там не научат, ему нужно, нахрен ничего не нужно. Вкладывать деньги нужно в тех, кто хочет идти, расти и тому подобное. По ним видно. А большинство руководителей делают такое. Так же мы, да, стараемся там помочь там бедненьким и так далее. Блин, надо поднимать, ну, помогать не бедным, а талантливым. Ну, я просто решил поменять свою политику по поводу тому, кому я помогаю, кому я не помогаю, и все. Нам нужна умная целевая аудитория, поэтому нужно развернуть свой фокус. Мы не делаем фокус на бедных, мы не делаем на фокус бездельников, не делаем на фокус тунеядцев, этих самых халявщиков, которые везде там делают репосты, это все вот это подписывают, там еще что. Мы на них акцент не делаем, это не наша целевая аудитория. На 1 июня можно провести что-нибудь для детей, хорошее все, но для умных детей. Не знаю, там, пускай там какой-то конкурс сделать, там, не знаю, там, может быть, там, эссе про, написать про Сочи, или еще что-нибудь. Я не знаю, вы думаете вдвоем, что-нибудь такое, что-нибудь творческое, чтобы действительно что-то сделали именно детишки. И тогда, конечно же, мы дадим призы, деньги этому ребенку. А просто так, рандомно, чтобы там кто-то сделал репост, поделился там постом, мне этот даром не нужен. Мне такая целевая аудитория не нужна в Инстаграме. И так ее хватает.
бездельники и тунеядцы, потому что все пять раз у нас выигрывали одни и те же, те, которые целую кучу подписаны, целую кучу аккаунтов, целую кучу раз запостят, они ничего не делают, мне обидно. Просто так непонятно кому, которые сидят на всех пабликах, мне не хочется ничего давать. А детям хочется, пускай, а талантливым детям тем более, пускай там, не знаю, там, ну, не знаю, придумывайте какие-то достижения, там еще что-нибудь, челлендж какой-то придумайте, там, не знаю, там, ну, что-нибудь такое сделать, и за что мы детям дадим подарки и призы. Но не этим мамашам, которые сидят на всех ресурсах, ищут всевозможные гивы и палец за палец не удаляют этой гребаной жизни. Все, извиняюсь, сорвалось. Ну реально же несправедливо, как, правильно? Когда ты сидишь, пашешь, хочешь где-то поучаствовать, а там какая-то девочка, которая сидит там, целую кучу везде выжидает эти всякие конкурсы, везде подписано, везде тык-тык-тык-тык, и рандомно на нее падает, потому что там может у нее больше активности и так далее. Ну, бестолковая активность. От нее как бы толку нет. Согласны же? И вообще, какое отношение к конкурсу, ну, к защите детей могут иметь их родители? Пускай дети проявляют себя, пускай дети там что-то делают. Я, например, к Дню защиты детей вот подошел вчера к своему тренеру, да, по боксу, и сказал, давайте сделаем, да, чтобы могли себе поучаствовать, давайте сделаем что-нибудь, ГТО сделаем, готов к труду и обороне. Потому что, как бы, дети разновозрастные, спарринги и так далее, нет смысла делать, там победитель тяжело будет. Я говорю, давайте, вот как у каждого для его возраста, кто наберет больше всех очков, ну реально, кто наберет больше всех очков прочности, да, мы возьмем тому, вот этому человеку, мы возьмем и подарим перчатки. Вот я там перчатки купил за 10 тысяч боксерские. 10 тысяч – это хорошие деньги. Не каждый даст там 10 тысяч, готов просто отдать. Я говорю, давайте, ну, тренерам сказал, давайте, вот сделайте такое, эти перчатки за 10 тысяч я дарю тому, кто покажет, что там больше, быстрее всех пробежит, там больше всех там подтянется, еще что-нибудь. Согласно своей возрастной группе, согласно там этот есть, да, кто сдавал как бы на ГТО, знает, что такое. Я говорю, все. И вот ко Дню защиты детей мы возьмем там, пускай участвуют до 18-летнего возраста, мы возьмем и вручим. Правильно же? Все. Вот так вот я готов. А так, чтобы там просто там что-то там не готов. Ну вот, видите, как видите, мы с вами уже проехали. Видите, как видите, видите, тавтология какая. Проехали. Сейчас мне нужно понять, что у нас Вячеслав мне хочет донести. Максим, слушай, я хотел это узнать. Помнишь, в субботу в пивнухе разговаривал? Связался с Сергеем, с продавцом этого бизнеса. Он сейчас за 2 недели все подготовит, и через 2 недели он готов будет встретиться. Он сейчас находится в Краснодаре. Через 2 недели будет, ну, даже до конца месяца. Просто ему там оборудование перевозилось с одного места в другой. Все актуально, все, я вчера с Сергеем созванивался. Все в силе. Армене, а? Армене, толком не едешь, если левый ряд занял, а? Армене, что ты ищешь?
подъеду сейчас сделать. Хорошо. Вот это съезд, ребят, у нас вот в сторону острова Мечты. Видите, получается, с Веселого до острова Мечты смогли доехать за 25 минут, за 30. Круто, я считаю, что очень круто. Все равно сделает эти цифры, которые есть. Чего не скажешь про BMW. У меня была BMW, я знаю, про что я говорю. Для разобрания сейчас Сочи сниму пару объектов. Ладно, ребят, давайте с вами будем прощаться. Сейчас зайду в ДНС. Нужно купить мне, наверное, телевизор какой-нибудь. Вам всем прекраснейшего настроения. Вам всем добра и пока.